Я думаю, что, многим телезрителям сейчас такая ремарочка подходит в данном случае тревожно. И многие обратили внимание на те телевизоры, которые у них, может быть, фончиком шли. Обратили внимание, в первую очередь, на ребят-танцоров, которые в нашей студии уже появились. И неспроста. Дело в том, что 19-й по счету международный фестиваль Айседора уже совсем скоро стартует. 16 числа случится это. 16 по 21 октября он будет проходить в городе Красноярске в музыкальном театре. И у нас в гостях также сегодня директор международного фестиваля Айседора, который я чуть ранее назвал, Елена Слободчикова. Доброе утро. Представите гостей наших. Как красиво ребята танцевали. Я такое видела, знаете, в клипах модных всяких там иностранных исполнителей. А этот клип только что в нашей студии оказался. Ожил и пришел. И рядом. Представьте, ребята. Это пожалуйста. Красноярский дуэт, пара Лист, Максим Лисовин и София Копылова. О, как они себя называют. Они недавно создали свой дуэт, и они были приглашены мной на... Пара Лист? Пара Лист. А, то есть Лиса делает не только фыр-фыр-фыр, но еще и танцует. Хорошо, прекрасно. А вот то, что мы сейчас увидели. Это о чем-то танец или это... Вот расскажите, как можно вообще, в принципе, реально ли понимать такую хореографию? Или она просто вот для глаза? Что это? Как? Это направление contemporary dance, и оно всегда очень открыто для размышления, для какой-то своей внутренней философии, и нельзя интерпретировать конкретно какой-то сюжет или искать в этом либретто, прочитываемое дословно. То есть это танец, с которым можно размышлять и искать свое что-то. Поэтому... Это вот знаете, как есть рациональное познание, чувственное. Мне кажется, такое искусство, оно как-то душой, да, чувствуется. Эмоциональное. Хорошо, 19-й раз. Огромное количество, мне кажется, это, в смысле, огромное количество раз, и это уже очень серьезно по-настоящему. Что нового появилось? Что нового, может быть, увидим? И кого, в первую очередь, привезете? Действительно, фестиваль проходит 19-й раз в нашем городе, и мы приготовили обширную программу для наших красноярских зрителей. Фестиваль поддерживается фондом Прохорова уже много лет, и благодаря им мы можем привести много компаний. Ну, конечно, самые такие яркие, это будет открытие и закрытие. На открытие мы пригласили знаменитый театр «Провинциальные танцы» под руководством Татьяны Багановой со спектаклем «Имага-ловушка». Это лауреат премии «Золотая маска» в 2017 году. Они также шестикратные обладатели премии «Золотой маски», если говорить как о театре. И 21 числа будет закрытие фестиваля, куда приедет компания из США Tiffany Mills и представит спектакль «Голубая комната». Также там будут лауреаты конкурсной программы хореографов представлять лучшие работы, которые будут отсмотрены 20 октября. И в течение всего фестиваля на малой сцене Красноярского музыкального театра мы представляем спектакли разных компаний из разных стран, которые не менее, так скажем, интересны, но немножко другой формат, более камерный, и мы приглашаем всех. А, я так понимаю, ну, в общем, оккупировали музыкальный театр вы целиком полностью на 4 дня, но тем не менее... На 6. А, то есть еще те дни, которые не фестивальные, ну, там будет что-то происходить. Нет, правильно? У нас 16-го по 21-е. Ой, простите, я неправильно посчитал, да, я просто другую дату для себя запомнил. Я слышала, что много будет приглашенных хореографов из Америки, Европы. Будут какие-то мастер-классы? Да, то есть танцоры сейчас увидят, могут прийти, заметить для себя, в течение всего фестиваля у нас будет обширная также образовательная программа, которая немаловажна для наших хореографов, которые приезжают от Владивостока, так скажем, до Москвы. И лучшие педагоги, которые приезжают из США, из Дании, из Индии будет, ну, Индия, Европа, так скажем, из Брюсселя в большей степени. И будут по разным направлениям мастер-класс для именно танцоров и для хореографов. Скажите, а вы помните вот тот момент, когда начинаете уже связываться с гостями, я имею в виду теми, которые приедут, и как давно это случилось, и они начинают реагировать на ваше письмо о том, что вы их приглашаете? А, да, конечно, мы знаем, мы хотим к вам приехать. То есть это воспринимается ли это как такое масштабное культурное событие уже мирового? Красноярск, на самом деле, он и знаменит этим фестивалем в среде танцевальной. То есть куда бы я ни приезжала, на какой фестиваль, когда объявляю, что фестиваль Айседоры, все мечтают приехать. Ну, экзотика – это Сибирь, конечно, для них. И за 19 лет наш фестиваль уже стал известным в мировом масштабе.
Поэтому даже в США, когда начинаешь разговаривать, и уже знают фестиваль Айседора. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Елена Слободчикова, директор международного фестиваля Айседора, который пройдет с 16 по 21 число в музыкальном театре в городе Красноярске. Так что, пожалуйста, вперед, выбирайте для себя то мероприятие, то событие, которое будет в рамках этого фестиваля, и вперед, отправляйтесь, обязательно наслаждайтесь.